Культурно поговорили. Сегодня работники учреждений культуры и дополнительного образования Сургутского района под председательством главы Дмитрия Макущенко собрались в Беломиру, чтобы обсудить итоги уходящего года и планы на ближайшее будущее. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Подробнее наш корреспондент Елена Малышкина. Для работников культуры Сургутского района даже ежегодное рабочее совещание – большой праздник с подарками, цветами и наградами. Просто в праздничной обстановке приятнее решать насущные вопросы. Новое в законодательстве, итоги летней кампании. Всегда процветает благополучие. Елена Малышкина, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север».